мы с вами и хлопали, и радовались. Потому что День работников культуры – это наш с вами праздник. Виновники торжества – специалисты культурно-досуговых центров, художественные руководители, библиотекари и другие представители творческих сфер. Работники культуры принимают поздравления с профессиональным праздником. Мы не просто работаем в культуре, мы ей служим. Мы служим сохранению нравственности нашего общества. Фестивали и концерты, спектакли и творческие встречи. Культурная жизнь округа постоянно в движении. Последние два года помогли освоить новые форматы и технологии, в том числе и преподавание. И здесь очень много занимаются и детей, и ребят среднего возраста, и взрослых. Различные кружки, клубы, там, несмотря на пандемию, все равно все продолжало работать даже в системе, в режиме онлайн. И сегодня так вот уже все встретились. Более 700 работников культуры трудятся в муниципалитете каждый день. Проводят праздники, открывают и растят новые таланты и щедро делятся своим опытом. У нас многочисленные профессиональные праздники, иные мероприятия. У нас огромный округ, у вас большой опыт. И я абсолютно в этом уверена. Я рад, что сегодня у нас вот наш специальный день. Сегодня мы можем и отдохнуть, мы увидим прекрасный концерт. И мы увидим тех наших лучших работников культуры, которым сегодня будут поздравления и вручены награды. Благодарственные письма, поздравления, подарки. В этот день в Солнечном все для дорогих работников культуры. Своим трудом они сохраняют величие родного языка, традиции и наследие нашей страны. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».